Мысль от водителя, который будет отгонять эту машину, что ШП-22 ходит не хуже. Не хуже. Ох, тут тепло! Я говорю, а ты вдруг тут все. Ну, еще раз то, что сейчас проговаривали. То есть машина в целом хорошая, но протяжку надо делать обязательно. Обязательно. Да. Идеально может быть только на конвейере, и то там, и то не факт, что будет идеально, да? А тут в целом по движку, по коробке все пока хорошо, да? Реально. Клиент из Челябинска. Одну машину забрали в четверг, сегодня у нас вторник, второй вездеход. И вот шерстенник 6520. Поэтому идет вот полная пока проверка. Автономка работает. Работает. Ну, уже. Все хорошо. Комплект минимальный. Это 440. Хочешь на аренду? Ага. Ну что, друзья, какие мысли? Морозно, вот какие мысли. Планировалось их отпустить сегодня уже до обеда. Вот все время-то уже 4-й час. Вот такой вот красавец.